Год назад в международном календаре появился новый праздник – День йоги. Благодаря поддержке городской администрации событие мирового масштаба стало частью культурной жизни астраханцев. О том, что такое йога и как достигается гармония души и тела, расскажет Сергей Рожко. Год назад индийский премьер выступил с инициативой празднования Международного дня йоги в день летнего солнцестояния. В восточной культуре небесным светилам всегда уделялось большое внимание. Yes, I personally do yoga, and I personally... Я занимаюсь йогой по системе пранаям. Как давно? Мне 51 год. Разве я выгляжу на 51? Йога оздоравливает вас, держит вас в тонусе и дает жизненную энергию. Идея провести в Астрахани день йоги родилась в январе этого года, во время официального визита делегации Астраханской области в Индию. Одним из соорганизаторов праздника выступила администрация Астрахани. Астрахань и Индию связывают многовековые дружеские связи. Взаимное сотрудничество продолжается и сегодня. Торговое, экономическое и культурное. Отличным примером чего и стал Астраханский день йоги. Нам очень хорошо помогла администрация города. Мы очень довольны, мы старались, вот собрали людей, собрали очень интересные различные вещи, сувениры, сладости. В парке Аркадия собрались порядка 400 поклонников здорового образа жизни, чтобы приобщиться к древней практике и побольше узнать о культуре и традициях Индии. У йоги очень много этапов, очень много уровней. Изначально, если вы действительно ничего не знаете о йоге, вы погрузитесь просто в мир физических упражнений. Но постепенно вы начнете понимать, что физика – это не все. Вскоре вы начнете замечать, что изменилась сама психология. Ваша психология в первую очередь и, как следствие, психология всего, что вас окружает. Задержитесь в этой позе на некоторое время. Есть йога и для детей. Классическое учение преподается в игровой форме. Кроме спортивной составляющей, йога развивает внимательность и учит не бояться на контрольных. Чтобы вам научиться мыслить сразу о нескольких вещах, то есть обдумывать свою работу, там какую-то личную жизнь, что-то еще делать, мы можем учиться это делать двигательно, то есть вы одной рукой делаете кружок, рисуете кружок, теперь одной рукой делаете, допустим, вы восьмерку, а другой рукой кружок. И вот у вас разные полушария работают одновременно, каждый занимается своим делом. То есть вот так вот на деле работает детская йога. В Астраханской области примерно 3000 человек занимается йогой. Возможно, благодаря официальному празднику последователей древнего учения станет больше. Сергей Рожко, Тимофей Кухарчук, РЕН-ТВ, Астрахань.